А что, если Silencer плюс Destroyer? О. Хорош, с одной кнопки трипл килл, красиво. Нам самое главное, это под Сайленсером выкачивать интеллект. Спейс нужен. О, в крипов кидает он первый. А, вот почему мы проигрываем, у нас сало. Говорю, ребята, опытный сало нужен. Умеет кто? О, 0-2, 0-3, 1-4. Точно там вставочка в начале будет, что-то пошло не так. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Вот сейчас вместе соберутся. Хорошо, я ухожу типа. Чпау. Во. Вот что я хотел. Вот, вот это то, что нужно. И это на вставочку между... Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксанас, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если Silencer плюс Destroyer? Получится ли сделать с одной кнопки Rampage? Давайте сегодня попробуем это сделать, нужно очень сильно запотеть, и все у нас должно получиться. Сейчас раскидаю ребятам важные задания и погнали. Так, ну что, раскидали мы задачи, ребятки, и сейчас будем пытаться выполнять наши задачи, а именно, получается, у нас с одной кнопки. С одной кнопки будем пытаться сделать рэмпэдж. В принципе, задача, ну, такая, тяжеленькая, и, ну, посмотрим, как у нас будет получаться. Главная самая кнопка, это, типа, с эклипса дать минуса, нереального минуса, и посмотрим, как у нас это все будет происходить. Ну, идем, наверное... Вот я не знаю, вот на самом деле с расстановкой немного проблематично, потому что у нас алхимик теоретически должен идти мид, но у нас еще и сало есть. Мид плюс сало плюс... И, ну, тяжеловато, пока тяжеловато, понимание есть какое-то. Так, центр я бы пошел. Тут такой вопрос. Центр я бы пошел. Омни. Омник и пусть химик идут в топ. Так норм будет. Так будет нормально. Так, распределяемся. Все, хорошо. Каточка на дестройере. На дестройере. Ребятки, не забывайте поддерживать лайком видосы. Обязательно подписываться на YouTube канал. И не забывайте подписываться также на ТГ. В ТГ у нас идет информирование по поводу новых видосов. Ну и, конечно же, там по мелочи еще что-то раскидывается. Найс, пик у них. Идеально. Работаем. Сало от тебя, от Жор, инты. Необходим. Раз, пять, убиваем. И мне пулим. Октарины. Ехала. 4 октарина. Хватит. Плюс даггер. Travel. Вот так вот напишем. Это жестко. Это будет жестко. Посмотрите на их пик. Если все пойдет по плану, тут, по идее, тут не должно видео прерываться и говориться там, вот это типа все пошло не по плану, не надо нам. Нам нужно четко по плану, чтобы все получилось. То получится жестко, если все пойдет именно по плану. Но погнали, будем смотреть. Будем смотреть эту контору, ребята там. Пара побежала. Ой, беги, сайленсер, не надо фидий, не надо фидий. Хорошо. Надеюсь, у нас катка получится. Интересно, ребятки, опять-таки не забывайте подписываться, поддерживать. Я уже это говорю второй раз. Спасибо всем, кто заглядывает также на стримы. Спасибо всем, ребятки, за поддержку. Рад стараться делать видосы. Но погнали. Первая задача — это крипинг в данной катке. Ну, идею вы, надеюсь, поняли, да? Смысловую нагрузку, да? Смысловую нагрузку вы поняли, да? Идея проста. Как швейцарские часы. Теперь надо добивать бы еще. Хорошо. Отлично. Ну, будем в ежовую держать тиника, я так думаю. Тини, в принципе, должен быть слабее в миду, нежели чем Дестер. Потому что тиник милишник. А милишнику очень тяжело подходить. Тяжело к Дестеру подходить. Поставим агрессивный вард. Агрессивный.
Пока инту не сосу, с третьего начну прям жестко. Хотя если будет подходить вот так вот, то можно будет по чуть начинать, потому что он еще ни одного крипа не заденаил. Одного, по-моему, да, стоса, и все. Одного стоса. О, сайленсера приняли. Хорошо, что сало интеллект не падает, когда его убивают. Это радует. Хорошо, сейчас Бару будет просить, чтобы Бара прибежал. Вот так сделаем. Бару будет просить, чтобы тот прибежал. Найс, хорошо. Бара уже бежит, дядя, знаю. Бара уже бежит. Хорошо, Тини отпивается. Почему-то у меня не прокликивается. При вражеский сколько раз нажал, да, так ни разу тычку не выдал. Ой, как хорошо, что он не добил. Единственное, мне кажется, как Тини может тут апать экспу, это только с этого. С монеток, которые он будет на рунах там подбирать, это не факт. Хорошо. Тини, конечно, забавный. Нету, да, нигде на карте. Ребята там на топе кайфуют. А, он на топ побежал. Комиссинг был написан. Но от этого толку нету. Если вы пишете СС, и вы думаете, что ваши союзники теперь все под стопроцентной защитой, и никак они не умрут, то это так не работает, ребят. Берем стики. Стики пригодятся. Ох, крипа не добил. У нас тут должен быть крипста где-то минимум 60. Что ж ты в меня кидаешь, дядь? Меня не кидай. Вот так сделаем. Еще просто с магией пофармить, парень. Ну да, правильно, тоже. Тоже верно. Хорошо. Затарчик есть. Погнали сразу ему. Интеллектуальную поддержку надо сделать. Успел кату швырнуть. Ну, денаем, денаем, денаем. Очень много работы. Надо денаить. Не все получается, конечно, денаить, но... должно получиться. Не все денаем, но получиться должно. Что самое кайфовое мне нравится на дестре, когда вы сосете инту, вы повышаете себе урон. И тем самым вам денаить намного легче. Реально, кайфово. Хорошо. Тини что там хочет? Пойти руну забрать. На пятом я его должен убить. Разочек. А, я астрал взял. Ой, я дурилка картонная. Тогда на шестом, на седьмом. А можно и на шестом без ульты. В принципе, тоже можно. Бара побежал. Увидел только что на карте иконочка была. Ух, не успел. А как так-то? Как так-то я не успел-то, а? Дядь, отстань. Оп, смотри, как умею. Оп, вот такое ТП делаем. Тупое ТП, но оно сработает, ребят. Я вам отвечаю. Носите всегда с собой телепорт, парни. Это будет вам залог успеха. Так, арбу надо взять. Нифига, это что за шоквейв? Магнус, чисто на рофле. Тупое ТП, но оно работает, ребят. Чекайте. Так, 30 крипов, но 60 должен выйти, я вам говорю. Жалко, нет телепорта сейчас на топ пойти, да? Так, сделаем. Соло-куру. Пол ПТшки надо. Четвертый левел, тиник. Можно погангать его немножко. Была бы ПТшечка бы, да? ПТшка на базе. ПТшечка на базе. Хилочек. Хорошо. Эй, чувакабра, стой. Ух ты какой. Давайте сделаем вот так вот. Раз, два. Хорошо. Сейчас на Дестройер очень сильный герой. Чересчур сильный. Даже ФФ хочется писать.
Так, все артефакты есть. Что там за гонки на топе? Фидят у меня, да, пацаны? Некор там фидит, эти фидят. Не фиди. Что за фидеры в команде? Оп. Омник, ты АФК? Нет. И в итоге Дестер идет соло и ломает всех тут. Оп, эссенция. Хорошо. Через что играем? Ну, стандарт Атос. Стандарт Атос. Стандарт Атос. Что там у нас? Все пошло не по плану. Алхимик 1-3. В принципе, алхимик тут не особо важная роль. Поэтому норм. Я могу сейчас выйти в ганг. Сайленсер у нас имеет какой-то ассист. Один фраг, да? Хорошо. Нам самое главное это под сайленсером выкачивать интеллект. И мне самое главное это одеваться, да, понимаете? То есть мне нужен интеллект. И я буду двигаться. Мне нужен интеллект. И нужен интеллект сайленсеру. Я могу побегать, пофакашить. Г наказывать. Наказывать, гоу. Пусть если побежит, будет офигенно. Гоу. О, здорово. Тушим его. Тройку там, двойку сразу ему. Кнопки, кнопки, дядь. Будет плохо, если сейчас чувакабра на сайле умрет. Хорош. Плюс инта есть. Сайленсера качаем. Если сайленсера будем сейчас раскачивать, это будет, типа, ну вообще кайф. Активно сейчас постараемся на Дестре отыгрывать. Хорошо. На топе нетцер. Нетцер. Так, у меня левела вообще нету. Так, давайте ТП возьмем. На топе фарм. Нетцер там. Хорошо. Блин, кайфово. Напишите в комментариях, кто любит этого персонажа. Посмотрим, сколько вас... Любителей алхимика, хотел сказать. Любителей дестройеров. Сколько у нас есть. Дестер такой персонаж, у которого такой ранний пик формы. Можно прям на ранней стадии делать грязь. Сало должен, да, в драках участвовать прям по максимуму. Там туда ТП, сюда ТП. То есть я сейчас отыгрываю как... Должен, по идее, сайленсер отыгрывать. Но не суть. Мы... Нормально. Тут будет интересно. Оппоненты еще пикнули офигенно. Так, что берем? Астралите, пуканите. ТПшки нету, жалко. Вниз. Я бы показал, кто там зимует. Но главное сало, чтобы ассисты получал. Нет, сало не получает. Сало сразу в таверну. Уехал. Но меня кайтят, кстати. Сало рестницы пойдем. Почти Атос есть. Почти Атос есть. Хорошо. Почти есть Атос. Киника денется, правда, это плохо. Пока фармим. Можно убивать, могу Атос сделать. Будет лучше. Хорошо. Есть. Б. Надо выйти отсюда. Сейчас сюда 2-3 героя минимум придут. 3-4. Туда, го. На активе чуть побегаем. Манго уже я бы такой бы продал, но пусть лежит. Сути дела не меняет. Еса пойдем хлопнем. Там тройку сала качал вообще? Ва, найс, чтобы замедло какое-то было хотя бы. Ага, видит он, видит. Химик без склянки. Плохо. Да, жалко, что химик без склянки, тоже подумал. Тоже подумал. Печально. Ничего страшного.
Есов тогда зажучить было бы круто. Есп 2 ТП сбил. Что-то мне это напоминает. Есп прям 2 ТП сбил. Чётенько. Так, ну Атос есть. Сепиамид не бросал, у меня давно было все уже. Алхимик попросился на центральный коридор, поэтому пусть будет. Что-то какой-то у нас, да, такая беготня? А суеты нету. Ух ты, здорово. Животное, если побежит, не ГГ. О, пацаны помогут. Омник тут. Меня похиль, да? Спасибо. Спасибо. Терминатор. И побежал на фазике быстренько. Ой-ой-ой. Хорош. Животнич побежит. Ага, животнич на минду. Оп, хорош. Не, Карсен Визом, по идее, был. Я случайно манго не себе нажал. Контрол случайно. Ну, у меня контрол запал немножко. Ситуация, если честно, становится тяжелой. Вижу, что как-то не справляемся. Задачи поставлены. Туда ТП. Сало, гоу. Купи телепорт, поехали. Да стой ты, чё такой этот? Быстрый, да, дерзкий. Хорош. Хорош, 2х, а я в таверн, да? А ты посмотри. Да ты посмотри, я, короче... А, у тебя глобалка была на сале, а чё ты ее держишь, ё-моё? Прикинь? Ладно, глобалку держит для чего-то, я не понял для чего, если честно. Вот тут вот меня здесь мог засейвить, получается, да? Я фарм. Тупо фарм, погнали, ребят, без толку. У нас даже варды никто не ставит. Химика с мида выгоним. Надо играть свою игру, иначе оппоненты будут играть свою игру. Будут навязывать свою каточку. Поэтому надо... Никого убить не можем, сейчас там догера возьмут, будет тяжело. Так что, парни. Так что, парни, играем доту. Да ты ж. Урн он мне кидает. Прикинь. Барни себе. Хорошо. Некор, конечно, крутой такой, да? Сейчас мы его проверим на стойкость. Усра, пойдем усру выбивать. Бары нету 7 секунд, погнали. Оп. Но бара уже резнулся. Найсово. Да. То самое чувство, когда команда тянет ко дну, да? Вот как я мид отстоял, как я отроумил, да? И как команда... О, 0-2, 0-3, 1-4. Точно там вставочка в начале будет, что-то пошло не так. Есть... Ладно, а Егу мы выбили? Выбили. Чуть подфармили. Жалко, что на Рипера там пацаны ушли. Это плохо. Это плохо. Очень слабенько как там. Ничего, камбэкнемся, это мелочь. Все это мелочь. Там единственный интовик, это Некор. Его нужно попускать по интеллекту. Но у меня у Сала два только. И все, больше ничего, не знаю. Все очень плохо как-то. Мне нужно фармить и драться.
Все. Я подфармлю, подерусь, подфармлю, подерусь. Не вижу смысла сейчас просто двигаться. Оппоненты намного активнее играют, чем мои союзники. Вроде Омик в команде, да, рядом, казалось бы, Хадис, кидай репеллы. Все намного проще должно быть. Какой другой артефакт собирать мне сейчас? Если честно, я вижу тут БКБ в Затаре. Но как его сюда втащить, это БКБ? Сюда, гоу. Омника бы притащить сюда. На топе фарма очень много. Такую штуку сделаем. О, найс. Даггер купить. Вообще БКБ, по сути, надо. Так, Бара побежала на меня, да. Ага. Так как я не успеваю закинуть, я не понимаю. Я просто не успеваю закинуть на него. Ребята, слабовато как-то. Слабовато. Пацаны просто взяли силачей и просто нагибают. Просто нагибают. Так, там Урс и Даггер, нужно не забыть. Нужно не забыть. Урс и Даггер. Киник голый ходит просто, ничего не имеет. Кто там у нас? Ага. Да ты хорош, эй. Но ты в таверну все равно. О, пришел Омник. Я бы такой бы даггер, наверное, купил. Оп, найс. Принимайте. Принимайте. Нет, не принимайте, да, походу. Куда себе репел даешь, дядь? Хорош. Я мог ультануть спокойно в Урсу. Он бы сдох, но он в ульте был. Он в ульте был. Немножко тяжеловато. Надо, блин, и линку тупо надо бы какую-то, да? Спейс нужен. О, в крипов кидает он первый. А, вот почему мы проигрываем. У нас сало. Говорю, ребята, опытный сало нужен. Умеет кто? Умеет. Блин, это жестко. Это жестко. И там он. Во время чаржа. Да там еще некор идет. Хорошо. Оп, накидали. Да, там в шоке, чел. Потому что в тайминг, когда ультимейт даешь на химике, тогда ребята ничего не могут сделать. Некор там аганим делает. Некор аганим делает. Как-то надо сбить ему. Я если кину астрал, ничего ему не будет. Кину астрал, ему ничего не будет. Там надо прыгать с руки бить, или какая-то урна нужна, я не знаю. У нас у сала урны нету, но должна была быть. О, мид. Мне кажется, с ульты, если жмыхну, нормально будет уже. Там 5 у сала. Но что-то интеллект как-то все равно у меня немного. Что ты там будешь прыгать? Ух ты, гениально, брат. Топорик есть у тебя, руби, что стоишь. Сложно, сложно. То самое чувство, что очень сложно юзать топорик, блин. Понятно. А что, так сделаем? Она стоит. Давайте бустеры в этот... Сделаем Октарин, хп побольше будет. Ульту не жопить бы желательно еще. А то очень... Иногда не хочется просто так нажимать. Но лейтгейм наш в любом случае, я так думаю. Хоть и там и силачи какие-то, да? Хоть и все и плохо по игре, но мы должны. Мне кажется, вообще без вариантов. Тини даггер купил. В меня бежит. Да ты хватит, да, хейтить?
Достал этот на баре, бежит меня. А, да, точно, надо, брат, астрал дать. Ой, астрал. Омник зачем ультует? Куда? И вообще, что с этим омником? Что за лев? Что за лев этот омник? Что за лев этот омник? Ты чё, выжил что ли на Урсе? Прикинь, какой умный медведь. Выжил? Вообще ноль урона ему нанес. Вообще ноль урона. Фармим. Че, я думал через медасик эту катку плейт, да? А пусть уже как есть, так и будет. Отойди только от меня. Я очень близко стою, в случае чего не успею даже сообразить. Репел тройка. Не думаю, что там кто-то будет диффуз покупать. Так, салу аганим дали. Это радует. 1300 золотых. Тут у нас видеонаблюдение ведется, между прочим, если вы не заметили. Это я поставил. Я поставил, чтобы тут видно было. Хотя бы как-то. Это лучше, чем вообще варды в паке лежат, правильно? Правильно. Так что пофиг уже. ЕСа Хасламом очень много делает. Все, пацаны затаились. Байте, байтани. Сейчас придет Усра. Если что, за Астралем чемисто. Поздно. Чувак, это засада. Хорош. Выпустите меня! Меня закрыли с этим медведем! Ой, хорош. Come on, бро. О, еще один. Туда же его. Туда же его. Туда же его. Ой, какой сил, нуби. Сало ультанет? Ульт. Нажми. Ребята вообще не вывозят, рили. Не вывозят свои роли, но мог же забрать, да, ультани просто. Запилишь, получишь интеллект. Это самая главная задача. Самая главная задача, и все. Все, бара, короче, поплыл, ребят. Не получается убивать, надо поплакаться. Ребят, не заходите в игры, в приватные, в такие, если вы собрались вот так вот плакаться, там, ныть и тому подобное. Потому что это некрасиво, вы себя будете показывать не в лучшем свете. Я не рекомендую этого делать, ну реалити. Вот, ну реально. Хорошо, Нусра. Замедли его, побью, пусть ультует. Чувак, ультуй. Опа, смотри, как умею. О, еще. Где сало? Сало, интеллект собирай, да. Молодец. Сало инту не собирает. Где ты, друг мой? Сало. С Урса инту не собрал, к сожалению. Не успевает. Мне не надо. Мне не надо. Омнику. Все равно мультипликация не работает. Мультиплифайт больше не становится. Просто астрал кидаешь и все. Это неинтересно. Ну, типа, да, прикольно, с другой стороны, там сразу интеллект, да, плюс интеллект, минус интеллект и тому подобное, и кратность увеличится. Но не в этом смысл. Астрал руинит. О, камон, кто-то билетик приобрел. Ну, розыгрыш уже, по-моему, закончился. Я не знаю, когда это видео буду выкладывать, просто. Розыгрыш ориентировочно в июле.
заканчивается. Где сало? Уйдет. С даггера уйдет, по идее. Нет, не додумался. Хорошо. Хорош. Усра тоже отошел. Найс, все, задавили их. Пойдем, Рошана. Рошгор. Рошгор. Сколько насосали? Да немного насосали. У Сайленсера там 15, да? Импакт. Это немного. Немного. Как мы начали, да, душить? Собрались и начинаем. Собрались и начинаем. Next сделаем. Можно еще Октарин сделать. Самый кайф Октарин на Дестройере. Чем больше у вас маны, чем больше у вас интеллекта, тем сильнее вы бьете с кнопки, да? Тем лучше. Тем лучше. Что там у Бары? 24 разума. Химику рунку. А, химика убили. Химика убили. Так, на руне стоят варды, да? На руне стоят варды. Где-то примерно к 40-й фулл слоты оденем. Но даже, я думаю, к 35-й, если все будут покупать хилки. Самая главная задача, это будет поймать их в пятером и бахнуть с ультимейт. Получится? Кого он там побежал? В лесу на химика. Go mid, салу поможем инту собрать. Ага. Ага, салу помогли. Найс, я помогу. ТП есть. О. Хорош, с одной кнопки трипл килл, красиво. Еще надо интеллект. Давай, 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 работаем. Туда его нафиг. Туда его. Хорош. Хилки по максимуму, и будет все огонь. Генерация надо кому? Ну я заберу. Ладно. Сало почти фулл было, у меня половина. Так, смотрите, выходим тогда. Раз, два, три. В Октарины все полностью. Октарины. Смотрите, если сравнить, да, образно, сколько дает инты? 35 интеллекта дает у нас Гуинсо. И сколько у нас дает Октарин? Октарин у нас дает 25 интеллекта, но он дает у нас ману. Ману мне тоже немаловажно. Конечно, лучше, возможно, лучше Хекс. Потому что инты будет давать больше. Ведь сама задумка у нас через Sanity Eclipse работать, правильно? Поэтому, возможно, лучше сделать Хексы. Чем больше Хексов, тем лучше. Я лучше Хексы буду делать. То есть нам же в интеллект сам смысл. Так бы я Октарины понапокупал. Лучше в интеллект работать. И го драку. Надо убивать. Салу инту. Качать и бахать. Ури хилки. Хорошо. Мне выкладывайте. Мне закидывайте хилки. Отлично. Сделаем. Еще Октарин и Хексы. Октарин, если честно, можно было даже второй и не делать. Разница 10 интеллекта. 10 интеллекта это 100 дэмэджа. Разница. Барды надо. За байчик. Го, побайтим. Байт, гоу. Омник ушел. Умник есть. Хорошо, побайтим, если что. Вдруг там рипер залетит в вот этого пацана. Нужно будет подсейвить. Прикинь, если в пятером нападут. Далеко не ходи, куда ты? Мы ж очень далеко. Сейчас подъезда как встанем. Хорошо. Меня бежит, да? Ну, естественно. Кого же еще?
Больше не в кого бежать же. Самый слабый герой у самого малого количества здоровья. Отлично. Есть. И пушим. Да сбор надо. Хорошо. Ух ты, смотри, что делает. На химике. Давай, давай. Тысяча 400 по ЕСу я бью, это очень мало. Очень мало. Но у меня только один артефакт на инту, по сути, правильно? Один артефакт на инту. Хорошо. Так, один октарин есть. Второй октарин тоже есть. Причем соло. Сейчас мы еще докупим. Еще инты. Кинес ДДшечка бежит. Хотя на силу на всякий случай бахнем. Ух ты, вообще некр там. Гоу, минус инту. Есть. Ой, сало отправили. Но у Омника 100% все было. 1000000%. Вот это бестолковая атака сейчас. Бестолково дамажим их. Потому что нету сайленсера, не выкачивается инта. Инта не выкачивается. А если сделаю, в принципе, рефреш, да, через две ульты сможно, можно будет, да, по идее. Уру, хилки. То можно будет. Ладно, фармим пока дальше, продолжаем. Это продадим сейчас. Продадим. 33-е, да? Не, все-таки к 40-й. 40-й все-таки. У бары там 416 маны. Мне самое главное раскочегарить сейчас как можно больше интеллекта. Самое много интеллекта дропну. Так, раз. Два. Три. 4. Есть. Еще инта. Нужно больше интеллекта. Так, есть. Куру тут оставляем. Это хекс нужно будет сейчас сделать. И еще один хекс. И вот сюда можно будет еще хекс. Тут у нас 30 интеллекта дает Атос. Очень дешевый артефакт. И очень много дает интеллекта. Очень дешевый. Очень много интеллекта дает. Хорошо. А, на рипера меня отправить. Жалко, не могу байбекнуться, чтобы вот так вот сделать. Ладно, пойдет. Это такие издержки профессии, выразимся так. Похейтить некром, покидать в меня рипера, это классика. Все, сало у нас АФК встал. Задачу свою выполнил. Так, тут у нас 51 и 18 интеллект, да, тут 27. Не особо, если честно, сильно выкачали. Вот это вот что вот, почему на базе стоит, да? Почему на базе стоит? Непонятно. Урсы 29 интеллекта. Да ультанишь ты, ё-моё. Хильнись, ультани, кинь себе репел, вообще стоит АФК. Магнус молодец, что-то старается. Но извините, у нас сало на базе стоит, ребят. Ни глобалки ничего дать не может. Так, интеллект растет у ребят, да? 29, 30. Надо у ЕС посмотреть, сколько. Говорю... Перед каткой, ребята, нужен опытный сайленсер. Нужен хороший игрок на сале. Вот он стоит на базе у меня. Просто стоит на базе. Так, ну хекс у меня есть. Он писал что-нибудь интересное? Не надо хилки привозить.
Ability. И все. Все, я стал в АФК просто. Классно. Вот так, Хекс. Отлично. Отлично, Хекс. Хорошо. Блэклист. Пятый слот. Сразу на видео больше не заходит. У меня два парня в блэклистах. Три даже. Полита Узе, Хеллбрингер и Дармоедина. Вот эти ребята никогда больше видосы не будут писать совместно. Потому что просто безответственно как-то относятся. Контент же нужно давать четенький, да? А не такой, что там. Там поафкашили, тут поафкашили. Ну какой интерес такое смотреть. Все, у меня по 300 дэмэджа, да? 350. По 350 урона. Нормально. Что там некро лишат интеллекта, нет? Нет, походу, да? Завардите. Сало первый не должен стоять. Опасно слишком, надо где-то в середине быть. Но Омник, иди заварди. Я тоже не должен первый идти. Он ждет, пока я подойду. Омник, не тупи. Чувак. Так, это есть. Хорошо. 2900. Еще на интеллект сейчас куплю. Я ушел. Еще на интеллект надо будет взять сейчас. Эй, каждый крип с 1000 умирает. Как этот, блин? Я как этот чисто, как ВТФ мод какой-то прописал. Так, усры сколько там? Так, еще хекс. 38-я, да? 350, да? Окей. 4000 маны. Сюда! Го, Равшана. Равшана. И 25-й левел, кстати, тоже немаловажно. Родной. У меня горит. КЗ. Что он есть? Под Т2. О, ни разу, кстати, я нормально не ультанул. Да, один раз был ульт, трипл килл и все. Один раз. Погнали. ВТФ мод с 1000 крипов убивать. Пара на меня побежала и отменил, да? Или крипы побили? Найс. Нужно вот здесь подраться. Подеремся сейчас. Шиву, кстати, можно было сделать. И полезно, и на интеллект. Сколько инты дает Шива, если честно, не помню. 30 тоже, в принципе, неплохо. Тоже неплохо. Очень даже неплохо. Собирай интеллект с него. А, иллюзион, оказывается. Собрал интеллект, проверяй. Вардик упал, очень жаль. Так, хилки мне дропнули там, да? Но хекс у меня второй есть, по идее. Б. Хорошо. А
our allies' town needs help. По призванным крипам по 800 хренач, нормально. Сколько сала инты стырил? Сало, сколько инты украл? Там копейки, наверное, вообще. 70-50 где-то. Ну, 50. Это вообще ни о чем. За 40 минут игры это ни о чем, по сути. Так, алхимика зажучили, да? 33 интеллекта у ЕСа, 40. 33 плюс 10, это 43 интеллекта, да? 43 интеллекта. Так, ко мне ребята все поскидывали. Надо драку теперь. 170 и 92. 170 и 92. У некро очень много интеллекта. С ультимейта почти ничего не нанесет им. 59, 26. Ну, 60 и 26, 86, да? Разница небольшая у нас. Отлично. Но, скорее всего, я так думаю, не получится здесь. Ну, посмотрим, загадывать не будем. И немного тоже интеллекта. Можно было бы цепануть, но химика нету. Такое. КБ Урса. И вообще дамаги не дал. Вот этого туда. Рампагу застилил. Застилил. Но с ульты вообще там одного только забрал, да, и все, и чуть-чуть. Не пуш, не пуш, не пуш. Не пуш. С ульты одного забрал, и все. Но зато драку провели, да? Еще интеллекта взять. Ну, не намного, типа, Атос. Тридцатка интеллекта. Я не смог, он в воздухе сдох. Прикинь, в воздухе сдох, типа. 400 дэмэджа просто чистым. Урса надо БКБ прождать. Я, по-моему, в БКБшку таки всадил. Я вроде в БКБ Урсы садил такие. Хотя считал тайминг. Жестко. Но инта, чем сейчас дольше игра будет, тем тяжелее будет. Тяжелее. А, самый кайф, чтобы четенько. Четенько было. Так, 31 плюс 22, да? 30 плюс 4. 34 интеллекта всего. Это очень мало. Посмотрите образно, да, сколько у меня? 100 плюс 173, это 273 интеллекта. Образно, да, 273. Урсы. Ну, тубары даже 33, да, 173 и 33. Разница 173 и 33. 140 интеллекта умноженное на 11, да, на 10. 170 умноженное на 10, это 1700. Вот 1700 минус резисты. Минус резисты. Получается 1500 урона. Вот примерно это так считается. Но хп там очень много. Было бы идеально, если там хп подслить, да, чуть-чуть. Хп чуть-чуть подслить. Блин, каталашки лопаются просто. У них 400 хп плюс тычка родная. Очень много. Гуще. Не убивайте. На
Надо астралить еще в драке, не забывать, потому что астрал тоже интеллекта. Сколько высосать могу? Очень много. Очень много инты могу высосать. Эй, чувак, отстань. ЕС идет бахать. Ну, вот так делаю. Так, алхимика приняли, да? Два по КД. И ник в инвизе, нет сентри. Очень жаль, что нет сентри. Сейчас доиграемся, тут сдохнем 100%. Come on, bro. Ну-ну-ну, ну зачем ты его убиваешь? Сгреть надо, чувак. Не убивай, да? Зачем ты убиваешь? Хорошо. 134 инты. Насосал. Давайте ударим разочек, сейчас посмотрим. Эх, так замахнулся, да? Издали закрутился. Ох! С ульты двоих просто жмыхнул. Нормально. Красота, би. Чисто так. По рофлу дал ульту, да, и, блин, жмыхает нормально все равно. Нормально, я вот тут еще натянул очень много. Вижен. Купите на инвизеров. Очень, да, все равно очень больно, да, там пару астралов дал, и уже прям больновато чувствуется, что по врагам хорошо залетает. Бара сразу лопается. ЕС, так, знаете, нехотя, но лопается. Хорошо. Сало нужно инту продолжать выкачивать. Но это работает все равно, ребят. Стратегия это полностью рабочая. Сыра, Егис, найс. Мне бы еще подтягивать инту, да? Пару астралов дать таких. Кошерных, да? Тык-тык-тык-тык, так, знаете, подтягивать. И норм. Ух ты, смотри. Егу сбил. Ой, Крис Саба. Ай, Крис Саба, да? Цепануть, чисто. Инту подтягивать. Не успел. Найс. Подожди, да? Сосу. Бару, не убивай его. Сосу инту тупо. Вот так сделаем, гоу. Гоу, у меня 114 инты, ну немного, кстати. Детекшн какой-нибудь? Есть. Это мы вот так сделаем. Блин, как же хочется в пятерых дать, ну нет варианта вообще. ПКБ нажал. Да-да-да, вот так сделаю, да? 120 инты. Ну, под колодцем, что ли, бахнуть-то хотя бы. Под колодцем, что хотя бы бахнуть. Тини вылезет, надо будет бахнуть. Крысят, а? Они, короче, тупо в расход бегают. В расход бегают. Лево-право. Вот сейчас вместе соберутся. Хорошо. Я ухожу, типа. Чпау!
Во. Вот что я хотел. Вот, вот это то, что нужно. И это на вставочку между... Куда ты, дядя? Куда ты? Куда ты? Куда ты? Куда ты? Куда, дядя? Еще давай. Сейчас БКБ, правда, нажмет. Или не нажмет. Куда хотел, дядя? Вот, что именно нужно было сделать. Ультракил просто с одной кнопки. Бэ! И все. Инты насосал я, конечно, там зверски. Зверски. Оп, найс. Вот то, что нужно. Ребята, это полностью все работает. Как видите, в каточке в это все показано. Просто с одной кнопки ультракил. Спокойно. Можно сделать. Ну и там уже некро, чисто две тычки дали и все. Ну так-то. Так что все работает. Все работает, ребята. Смысл играть. А смысл зачем зашел тогда? Как Бара, да, вот тоже такой же. Бара поплакался и все, не то ему, не это. Еще подтягиваем и ехало. Давайте поменяем Атос на Хекс. Плюс 10 интеллекта, не лишние. И вот тут мы поменяем. Вот так сделаем. Ну, то есть плюс-минус сбалансим сейчас. Хорошо. Отлично. Ну, 105-175, в принципе, примерно где-то так. Можно было бы еще Аганим бафнуть. Типа, Аганим мне даст еще дополнительно... Давайте химика попросим. Все-таки дал, чтобы он Аганим, правильно? Стойте, парни. Дайте все же Аганим от химики. Хилки на базе. Дропну. Хим, сделай. Так, ну 5 от 2,5. Ну на все бабки. Допом пусть будет. Типа это тоже дополнительный интеллект. Там, ну немного десяточка интеллекта, да, дает септер. Ну типа 10 интеллекта, это типа... Это немного, но... Попробуем закомбинить. Почему нет? То есть мы ничего особо не теряем. Ничего особо не теряем, ребят. Ничего не теряем. Хорошо. 105-185. Ну, пойдет. Пойдет. ЕС молодец, старается там, да, несмотря на такую тяжелую... Вот кого можно выделить с этой игры, да? Урса старается, ЕС старается, Некор старается. Тини что-то заморалился, да, но все равно играет. Бара самый неприятный из всех, кто там играет. Он как-то ведет себя максимально странно. Он что-то плачет постоянно, да, вот это что ему не нравится. Ну так нельзя же. Та-та-та-та-та, дай за Астралю. Не успел я. Чувак просто не успел. Просто не успел. Просто не успел, бро. Ни репелла, ни ульты. Оп, хорошо. Так, 118. Хорошо, сюда. Просто стягиваем инту пока что. Очень сильно растянулись, да? Очень сильно. Два мне по КД, он не будет давать, будет нормально. А сейчас инта упадет уже.
Там еще БКБшки появились. Дай-дай-дай. Вот так вот сделаем. Хорошо. Там некор опять работает, да? Так, ну тут надо подрабатывать уже. С руки. Некор, мне кажется, с руки надо подолбить. Собираются в кучу, сейчас будут... О, спасибо, четенько. Четенько. Хорошо. Дай жмыхну. А я так и в стане простоял. Просто в стане простоял. Просто... И только так, знаешь... Вот, чисто как гоблин. Да просто, знаете, в чем проблема? Где хоть один сентри поставьте и опсы, соберитесь вместе. Омника в паке все есть, но омник гений, что могу сказать. Омник гений, это понятно. Просто все там ходят в глимерах, инвизах, да, там бара-бара. Два раза за драку БКБ нажал. Это значит драка минуту была. Я просто минуту хожу и стягиваю. И хочется кнопку нажать, но вот самый такой момент. Не хочется вдвоих ультовать. За какой смысл вдвоих ультовать? Ну реально. Вчетверых надо хотя бы. Хотя бы вчетверых. Ну, сентрик один стоит, у него просто не жмет. Не успевает, неопытный парнишка. Просто даггер там есть вроде, да. Уйдите. ХГ. Сейчас нужно будет пойти заканчивать, потому что они левела апают, пацаны. Ульта чуть хуже будет дамажить. Так, этого на рипер посадили. Это байбека, значит, не будет. Сейчас просто подеремся тогда. Что это там вывалился? А, гем. Так, алхимик, кажется, сейчас тоже. Ну, Урса умер, скорее всего, от тавера. Ему тавер по голове даст. Просто булыжник медведя прибило. Ой, камон. Поехали кататься в ротрум. Хорош. Опа, понесся. Некро бы наказать. Некро такой хитрый там. Хитрый кукуз. По 450 дамажу, блин, нормально. Мне нравится. Че, пацан, детекшна нету, да? Ну, бывает. Хорошо. Го просто. Убьем их. Да. Не хотят они дать контента, да, толпой не собираются. Ну, баши. Баши делают вещи. Так и не ультанул ни хрена. Животный чарчит делает, чтобы вы понимали. Чтоб заруинить максимально. Есть диффуз. Мид сломаем. Есть у меня 300 дэмэджа с руки. Так, у Магнуса есть кнопка, да? Настоящая или иллюзия? Хорош. Вот так вот. 3000 дэмэджа просто там. Видели? 3000 дэмэджа нанес. Вот это таракана убивай. Ай, молодец. Ай, молодец. Глиммер дает, но нету. Я буду драться до конца. Скотинка, отблинковался, а, прикинь. Найс. Ну, ребят, с одной кнопки получился тупо ультракил один, и все. К сожалению, более у нас ничего не выходит, потому что оппоненты, ну, не собираются они вместе. Категорически против они того, чтобы дать красоту. Дать красоту не хотят, отойдем. Дать красоту не хотят, на дефе. МБ на дефе, еще раз поймаем ластовый. Если не спушат сейчас крипы. Некор дефает. Хорошо, пусть дефает. Пусор, нетер. Пусор. Я прочитал пусор, потому что в новом гайде это новый мем. Пусор. Пошло. Так, ну жду. Жесть там, под 3000 урона, да? Какая разница? 3000 урона там, по-моему, кому-то нанеслось. Такие цифры. Я такие цифры никогда на дестере не видел. Честно.
Можно еще вместо Тревеле, да, там прикупить, но это уже наркомания. Тоже наркомания. Тут, допустим, 70 плюс 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120 интеллекта, да? И у меня здесь получается 100, 290, 120 и 290, да? Но разница на самом деле имеется. Пусыр. Оп, погнала инта. Сосанье. Ой-ой-ой, сори, медведь злой бежит. Злой медведь бежит. Отстань. Сори, побежали. Ух ты, охота. Охота, рыбалка. Хорошо. Вот так вот. Угомонил просто. Просто угомонил пацанов. Фуловых. Просто фуловых пацанов угомонил. Хорош. Просто угомонил фуловых пацанов. Вон он. Дай. Куда побежал? Даешь рэмпейдж, дядь. Куда побежал? ГГ. Ребят, ну вот такой у нас получился видосик. Не знаю, судить вам вроде неплохо. Один момент крутой был, реально крутой. Ну, в принципе, ради этого момента я и хотел записать это видео. Немножко, мне кажется, недоигровочка с сайленсером. То, что мы не смогли по максимуму высосать интеллект. Но, тем не менее, у нас получился вот такой вот забавный фановый ролик. Надеюсь, он вам понравился. Обязательно поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал, на YouTube канал, на ТГ канал. И следить за последними, за новыми, за свежими, конечно же, постами, информациями и всякой прочей другой деревни. Так что, ребятки, всем спасибо за просмотр. С вами был Ксаназос. Спасибо ребятам, кто помогал делать вот это видео, да, в моей команде. Ну и спасибо оппонентам за то, что играли достойно. Все, кроме Баратрума. Запомните его никнейм. Расплакался, разнылся. Не допускайте его в катки. Вот так вот. В каточке поплакался. Больше в игру никому не зайдешь. На этом все, друзья. С вами был Ксаназос. До скорого. Обнял, поцеловал. Вау!